Что игра получилась равная, как бы в начале матча, может быть, хозяева чуть инициативой владели за счет длинных передач, подбора, забили свои голы, как бы у нас немножко не получилось, и как контроль мяча в начале матча. Во втором тайме мы немножко ситуацию исправили, но, к сожалению, не смогли сравнять счет. Один гол отыграли, а второй не смогли забить. Ну, манеж, в принципе, хороший, очень, я думаю, было приятнее играть, чем сейчас на улице нам играть в такую погоду. Как бы, ну, дышится, конечно, своеобразно с манежа, то, что дышится немножко тяжеловато, а так, в принципе, хорошее поле, хороший манеж, как бы играть было приятно. И там после вас кратко вернуться домой? Ну, конечно, дома всегда приятно играть, как бы, и родственники, и родители приходят поддержать, как бы, очень приятно видеть, что Тамбов развивается, как бы, при мне такого не было, когда я выходил. Очень рад за команду, как бы, что показывает результат хороший, и, как бы, вообще город развивается в футбольном. Спасибо.